Здравствуйте! Сегодня мы берем интервью у 603 группы «Сварочное производство». Можно ли твою группу назвать дружной? Всем привет, меня зовут Александр, я представляю группу 603, мы «Сварочное производство». Безусловно, нашу группу можно назвать командой. Почему? Ну, потому что у нас все один за всех и все за одного. Мы все братья, у нас, конечно, разные мамы, но мы все вместе. Да. Уважаемые выпускники, дорогие друзья, наступил июнь, на дворе прекрасное лето. Традиционно в эти дни мы проводим одно из наших самых ярких красочных мероприятий, которое именуем «Последний звонок». Но события этого года внесли коррективы в обычный ход событий, и сегодня мы проводим наше мероприятие в необычном таком формате. Но это не самое страшное, не самое главное. Главное то, что вы успешно подошли к завершению обучения. Далеко не все те, кто 4 года назад находился в этом зале, мечтал о том, чтобы получить хорошее образование, получить профессию, добились своей цели. Вы добились. И то, что последние 2 с лишним месяца учеба несколько проходила в другом формате, я думаю, что в какой-то степени помогло вам уже сейчас проявить больше самостоятельности, больше такого творческого подхода к результатам обучения. И, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Дорогие друзья, я хочу сказать, что наш педагогический коллектив делал все для того, чтобы вы стали настоящими профессионалами. Я думаю, что в этом вы убедитесь уже в ближайшее время, когда придете на производство, когда будут востребованы ваши знания. Я хочу пожелать вам всем удачной карьеры, потому что один из девизов нашего колледжа «Начни карьеру с колледжа», я думаю, будет реализован в жизни. Я всем вам желаю здоровья, удачи. И чтобы тот уровень образования, который вы получили в колледже, был для вас не последним.
Будьте здоровы, удачливы и счастливы. В добрый путь. И еще я хотел бы сказать, по доброй традиции, которой уже более 20 лет, на последнем звонке мы оглашаем фамилии тех ребят, я бы сказал, лучшие из лучших, которые заносятся в книгу почета нашего колледжа. В этом году решением педагогического совета таких выпускников четверо. Я с превеликим удовольствием оглашаю их имена. Прежде всего, это те ребята, которые активно участвовали в различных мероприятиях, как в колледже, так и его за пределами, защищая честь нашего учреждения. В мероприятиях «Молодые профессионалы России», в различных соревнованиях, спортивных, творческих и так далее. Сертификат под номером 94 будет вручен Габитову Данилу. Под номером 95 Лавришину Ивану. Под номером 96 Анафричику Ярославу. И под номером 97 Чернуха Михаилу. Дорогие ребята, я поздравляю, искренне поздравляю вас с тем, что вы встали в когорту самых-самых лучших выпускников нашего колледжа. Удачи вам и всего самого доброго. Здравствуйте, Максим Прудников. Сегодня мы пришли к вам, задать вам вопросы, чтобы узнать тайную жизнь подготовки к декаде старших. Хорошо, Володя, я отвечу на все ваши вопросы. Давайте, так, первый вопрос. Как долго вы готовились к этому невероятному событию, не расскажете нам? Все было в последнюю неделю, как всегда. 1-2 часа была сценка, мы готовили, где-то 2 часа готовили песню, 2-3 дня готовили танец, а остальное мы дома готовились, например, читали про сам Сургутский политехнический колледж и о нем всю информацию. Да, и кто у нас, хорошо все работали? А то, мне кажется, многие отлынивали и не хотели ничего делать. Я им это прощу, конечно. Мы справились на 3,5-4 балла по мне. И как вам кажется, это хороший результат? Может, стоит его в следующий раз как-нибудь улучшить? Работать, заставить сильнее, что ли? Конечно же, мы можем лучше, если бы начали раньше бы начали. У некоторых было бы упорство, и кто бы хотел, те бы лучше бы, конечно, справились бы с своей задачей. Да, и как вы думаете, как можно добавить им упорство этого? Позвонить родителям, сказать, если они не будут готовиться, то будет плохо. Плохо? Даже не знаю. Хорошо. Что тебе пожелать, дорогой выпускник? Первым делом огромного счастья. Чтобы шел ты по жизни всегда напрямик. Быть успешным во всем постарайся. Пусть не будет помех у тебя на пути. Ждет немало счастливых событий. Будь уверен в себе. У тебя впереди замечательных много открытий. Я желаю тебе, чтобы светлым был путь. Чтоб всегда лишь попутно был ветер. Чтобы он не давал вам с дороги свернуть. Разметал все преграды и сети. Желаю идти я лишь только вперед. Жизни каждого ждет пусть вершина. И чтоб весь белый свет услышал о вас и запомнилось каждое имя. Каждый день вспоминает дружбу, смех и любовь. Каждый взлет вспоминай и падение. А гранит, как спирала с эмалью золот, кругом шла голова от учения. Так рискуй же и действуй, но только с умом, смело, гордо идя по дороге. Жизнь твоя пусть течет своим чередом, ты смотри только вдаль, не под ноги. Ты к вершинам стремись, шагая вперед, в день погожий под праздничный шок. За пределами колледжа пусть повезет уникальный накапливать опыт. Наша жизнь, несомненно, движение. Так идите дорогой удачи. Находите простые решения, как недавно, для сложных задач. Мы желаем до цели дойти вам, не сдаваться, спеша за мечтой. Будьте каждый по жизни счастливым и делитесь своей добротой. Как вас зовут? Меня зовут Никита. Куда вы поступили? В Сургутский политех. На какую профессию? Ремонт и обслуживание технического и электромеханического оборудования по отраслям. Почему вы выбрали такую профессию? Эта профессия требует от меня как можно большей слаженности и технического склада ума, коим я и обладаю. Как вам коллектив? Превосходный. Люди подобраны так, что работать очень удобно и приятно. Как вам учителя?
Учительский состав просто превосходен, профессионалы высшей степени. Как вам столовая? Столовую готовят как в лучших заведениях Франции. Как вам ваша профессия? Почему вы выбрали ее? Я выбрал эту профессию, потому что очень сильно заинтересован в электрике. Мне очень интересно рассматривать всякие электрические цепи и подобное. Спасибо. Что вы хотели рассказать? Хотел сказать, что СПК – это самый лучший колледж в России, самый лучший из колледжей. С вами была 610-я группа СПК. Сказать напутствие, признаться, нелегко. Я первокурсник, я еще в дороге. Но у вас сегодня выпускной. И вы на главном жизненном пороге. Вы подросли, окрепли, возмужали, готовы горы на пути свернуть. Ваш день настал, вы все так ждали. Сомнения прочь, смелее в добрый путь. Там впереди препятствий и высот так много, что возможно растеряться. Но важно четко видеть горизонт. Ту цель, что вам не даст сломаться. Берите под контроль свою судьбу. Багаж сложите, знания основы. И начинайте за себя борьбу, придав мечте желаемой формы. Уверенно ступайте в добрый путь. Любите, радуйтесь. Побольше улыбайтесь. Свою лишь не меняйте суть. И просто быть счастливыми старайтесь. Весь мир для вас. Шагайте в жизнь смелее. А мы останемся науки постигать. Пусть мысль о колледже вам чаще сердце греет. И мы вас тоже будем вспоминать. Здравствуйте, перед нами команда группы 612. У нас к ним вопрос. Можно ли назвать вашу группу командой и почему? Да, можно. Почему? Потому что мы автоматизаторы! Кто-то еще? Мы сплоченные. Хорошо. Мы вместе всегда. Ну, это тоже хорошо. Ну, мы очень дружные. Дружные. Классные. Счастливые. Отличные. Счастливые. А что сказать? Дружелюбные. Любные. Коммуникабельные. Обильные. Так, еще кто-то? Мы очень оригинальные. Мы хорошие. Очень хорошо. Команда не банда, команда не ссора, команда не место для слов и раздоров. Ха-ха-ха! А, где находится 5-е структурное подразделение? В отделении 5 училищ техникумов и колледжей в один.
Да, прям мы разрушили дом, у меня эмоциональная разрядка от этого, после травмы коленки. Веселые. Непоседливые. Говорливые. Шумные. Но самые дорогие и самые милые сердца. Последние годы мы с вами учились. Учились вместе. Учились не предметом, а жизни. Жизни и творчеству. Мы учились дружить и любить, мечтать и воплощать свои мечты в реальность. Вместе творили и чудили. Вместе постигали и достигали. Вместе побеждали и терпели маленькие неудачи. Теперь это все в прошлом. Это наши добрые воспоминания. Так примите от нас несколько советов. Позвольте провести наш последний урок. Любите жизнь, потому что она всегда охотно отвечает взаимностью. Просыпаясь по утрам, всегда улыбайтесь, и тогда день сложится так, как надо. А если не сложится, помните, оптимистам всегда легче выйти из сложной жизненной ситуации. Влюбляйтесь и не бойтесь признаваться в своих чувствах, а когда отвечают взаимностью, смело летайте и не бойтесь показаться сумасшедшими. От любви все на них похожи, на сумасшедших. Это самый прекрасный диагноз из возможных. Берегите своих родителей. Даже когда вам кажется, что они не правы, все равно берегите. Других не будет, они у нас одни и на всю жизнь. Доверяйте и доверяйтесь друзьям. Хольте их и лелейте. Много настоящих друзей не бывает. Со временем у вас останется 2, максимум 4 друга. Но это будут настолько проверенные люди, в которых вы будете уверены, так же, как в самих себе. Читайте книги, врывайтесь в интернет, изучайте и познавайте новое, посещайте музеи, расширяйте свой кругозор. Потому что разносторонне развитые люди всегда и всем интересны. Не бойтесь разбивать стереотипы, всегда верьте в себя. Если приняли решение, идите до конца. Но если поняли, что решение было неверным, имейте смелость признать это. Учиться на чужих ошибках еще ни у кого не получалось. Но постарайтесь совершать их поменьше. Они оставляют сложно заживающие раны в душе и на сердце. А оно вам надо? Развивайте уверенность в себе. В конце концов, у вас это получится. Не сомневайтесь. Мечтайте. Мечты реальны. Да, они сбываются не так скоро, как мы этого хотим, но они сбываются. Пусть у вас будет пара принципов, железобетонных и нерушимых, таких, что даже если очень сильно хочется, то все равно нельзя. Это очень важно. И еще, если хотя бы на 3 истины вы обратили внимание, это хорошо. Если хотя бы 2 из них запомнили, еще лучше. Если хотя бы 1 из них вы примените на практике, значит, сегодняшний урок прошел не напрасно. И контрольную работу на тему «Взрослая жизнь» вы напишете на отлично. Я думаю, время, проведенное в колледже, стало лучшим в жизни всех наших выпускников. 4 года пролетели как один день. И сегодня настал тот момент, когда мы хотим сказать вам спасибо. Спасибо колледжу за то, что когда-то он нас тепло встретил, объединил и подружил. Колледж – это место, где сбываются мечты и открывается масса возможностей. С самых первых дней нас захватила бурная студенческая жизнь. Каждый смог найти занятия себе по душе. На сцене, в спорте, в студенческом самоуправлении и, конечно, в профессии. Благодаря нашей администрации и педагогам мы смогли стать частью масштабного мирового движения WorldSkills и добиться наших первых результатов в профессиональной деятельности. Вам удалось создать мощную материально-техническую базу, благодаря которой у нас была возможность работать с самым современным оборудованием. Мы открывали себя с новой, творческой стороны. Кто-то влюбился в театр, кто-то серьезно стал заниматься вокалом, ну а кто-то совершенно неожиданно для себя понял, что танцы – это его стихия. Благодаря вашей поддержке и помощи мы смогли проехать полстраны
и завоевать звание чемпионов России по военно-спортивному многоборью. Мы знаем, что в нашем любимом и родном колледже в нас всегда верят. И эта вера укрепляла наш боевой дух и настрой на победу. Спасибо всем, кто изо дня в день делал нашу жизнь лучше и интереснее. Спасибо вам, дорогие педагоги. Профессию учитель сложно назвать легкой, потому что учитель – это душа. И вы не только давали нам знания и умения, вы помогли полюбить нам свою профессию и свое дело. Вы открывали наш творческий потенциал и научили тому, что нет ничего невозможного, если ты трудишься и точно знаешь, чего хочешь. Вы были рядом всегда. Вместе с нами переживали наши поражения и радовались победам. Вы научили нас преодолевать себя. Верили в нас тогда, когда никто не верил. И никогда не позволяли опускать руки. Вы учили нас быть не только профессионалами своего дела, но и хорошими людьми. Дорогие педагоги, мы вам бесконечно признательны за вашу мудрость и понимание, опыт и труд, заботу и чуткость. И мы с гордостью заявляем, что закончить СПК – это престижно. С любовью, ваши выпускники 2020 года. Право дать последний звонок по традиции предоставляется выпускникам, чьи имена внесены в книгу почета колледжа. Группа во главе с Тамарой Владимировной проходим. Группа 612. Я прошу, поговорите со мной, друзья. Я прошу, поговорите со мной, друзья. Старая, в альбоме есть фотография, и мы на ней словно мафия или просто семья. Храня тепла золотую нить, всем вокруг лишь только солнечный свет дарить. И пускай состарится фотография, у нас одна биография, ведь мы просто семья. Семья! Большая семья, семья и в будни, и в праздники, семья. Друзей собрал этот дом, согрет душевным моим теплом.
Ты студент, а это значит, не будет бед. Ты, значит, нашим теплом согрет. Ведь мы просто семья. Семья большая, семья. Семья и в будни, и в праздники. Семья, коллеги, друзья. Ты и я. Это был информационный канал СПК. Всем до свидания. Все, выключаем.